кальмары с брокколи в соевом соусе. Готовим вкуснейшее экзотическое блюдо. Готовится очень просто. Итак, начнем. Для начала мы берем чеснок и мелко его рубим. К чесноку добавляем также корень имбиря, тоже порезали мелко. Затем переходим к зеленому луку. Также режем мелко зеленый лук. Теперь все это вместе перекладываем в чашу, в которой будем толочь. И нам нужно все это, все эти ингредиенты потолочь, чтобы была такая кашица. Вот эта вот смесь чеснок, имбирь и лук – это есть самые лучшие кулинарные антисептики. Затем ставим сковородку на газ и на разогретую сковородку выливаем чуть-чуть подсолнечного масла. На разогретую сковороду в подсолнечное масло выкладываем наш лук с чесноком и с имбирем. Чуть-чуть поджариваем все это и готовим соус с соевого соуса и паприки. Соевый соус с паприкой выливаем в сковородку и все тщательно перемешиваем и даем протушиться буквально пару минут. И наш соус готов. Тем временем мы начинаем готовить наши брокколи. Берем брокколи и режем на соцветия. Перекладываем в тарелку. У меня примерно 1,5 кг брокколи. И нам нужно его отварить. Но отварить, чтобы было альденто. Тем временем ставим кастрюлю на газ. Как закипает вода, мы туда опускаем наши брокколи. Также нужно отдельно поставить кастрюлю на газ, где мы будем варить наши кальмары. Стоит заметить, что кальмары и брокколи варятся очень быстро, примерно 2-3 минуты в кипящей воде. Если переварить брокколи, она будет мягкая и невкусная. Нам нужно, чтобы она хрустела на зубок. Кальмары варятся 2-3 минуты. Важно не пропустить момент закипания воды в кастрюле с моллюсками. Если кальмары долго варить, они потеряют вкус и станут жесткими, как резина. Наши проваренные брокколи сразу достаем из воды и затем также, помешав кальмары, мы достаем их шумовкой и выкладываем в тарелку. Кальмары и брокколи мы варили в чуть-чуть подсоленной воде, а наш соус солить не нужно, так как соевый соус и так достаточно соленый. И в наш соус мы выкладываем кальмары и брокколи. Даем нашему блюду потомиться на сковороде еще пару минут. Затем снимаем с огня. И наше блюдо готово. Приятного вам аппетита! Не забудьте подписаться на мой YouTube канал. А также пишите комментарии и ставьте лайки. До скорых встреч в наших вкусных видео!